8 сентября. Три желания отправят ее в необычайное приключение. Чего вы желаете? Лишь удовлетворив ваши желания, я заслужу свободу. Он у меня поживет. Здрасте. По мнению критиков, первый фильм Джорджа Миллера после «Безумного Макса» — это исполнение мечты. Это история о женщине, встречающей джинна. Проблема в том, что она знает, что вся история про желание с предостережением. Мне начинает казаться, что передо мной хитрец. Это «Аладдин» для взрослых. Ни на что не похожий блокбастер. Заткни свой рот! Желание, что она загадает, удивят их обоих. Найдите самый большой экран, чтобы с головой погрузиться в этот великолепный фильм. Не хотите этого маленького Альберта? Верните его назад. Это ваше желание? Нет, это ваша обязанность. 3000 лет желаний. Только в кинотеатрах с 8 сентября.